Не менее яркий подарок своим болельщикам сделала нижегородская молодежная команда «Чайка». Подопечные Вячеслава Рьянова впервые в своей истории пробились во второй раунд плей-офф Кубка Харламова. В стартовой серии этого финального турнира «Чайка» в 4 матчах выбила из розыгрыша Кубка «Белых тигров» из Оренбурга. Заключительные встречи этой пары прошли во Дворце спорта имени Коноваленко. И если третья игра серии запомнилась голевым градом ворота гостей, «Чайка» тогда победила 10-0, то в решающей встрече «Тигры» показали зубы. Возможно, потому что нижегородцы после такой крупной победы элементарно расслабились. Да нет, это вам просто показалось. Просто команда соперника настроилась сегодня по-другому. Мы тоже были готовы. Ну, так вот пошло. Вратарь немножко не очень уверенно сыграл. Хорошая игра, плей-оффская, боевая. То есть это все нормально, я считаю. Первый период этого хоккейного триллера закончился на паритетной ноте – 3-3. Во втором периоде гонка продолжилась, и на гол Игоря Руденкова «Тигры» ответили своим голом уже через минуту. И все же на заключительный перерыв «Чайка» ушла в роли лидера. Пятую шайбу в составе автозаводцев забил Роман Горбунов. В третьем периоде главный тренер оренбуржцев допустил тактическую ошибку. Сменил голкипера на 6-го полевого игрока за 4 минуты до сирены. И это привело лишь к разгрому «Тигров». Пустую рамку дважды поразил Даниил Ильин и тем самым оформил хет-трик. А точку в матче поставил Михаил Смолин – 8-4. И «Чайка» теперь будет готовиться к борьбе в 1/8 финала Кубка Харламова.